Загадочный воин, ты не просто спас мне жизнь, ты совершил нечто большее. Я возглавляю орден. Федор послал тебя? Ты отправляешься в Кнос? Подумать только. Я доверенное лицо Ордена. Федор знает, что Телхин сделал с моей семьей и все-таки не дает мне отомстить. Вместо этого он посылает тебя, а меня отправляет с поручением на восток. Но я обязана ему подчиниться. Надеюсь, Федор знает, что делает. Желаю тебе удачи. Главное, чтобы Телхин был мертв. Пойдем, я покажу тебе корабль. Чудовищ есть зубы и когти, а у тебя будет огонь. Ты сможешь поражать врагов молниями, как Зевс. А я могу тебе продать то, что нужно. Приятного путешествия! Мой магазин сейчас переживает не самые лучшие времена, но, возможно, я чем-нибудь смогу помочь тебе.
До встречи. Здравствуй. В Кносе творится что-то неладное. Прошлой ночью здесь кто-то прошел. Мы его почувствовали, но не увидели. Начался хаос. Появились жуткие создания. Земля задрожала, а с моря пришел туман. Многие заболели неизвестной болезнью, а наш целитель Ксантип ушел в горы, и уже 2 дня его никто не видел. Приветствую тебя. Удачи. Давным-давно городом правил жестокий тиран Левкус. Его правление закончилось тем, что один из слуг отравил его. Ходят слухи, что он иногда выходит из гробницы, которая находится на утесе Тритонов. Ты хочешь приятного путешествия?